А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. В этом видео я вас познакомлю с проектом от классного админа, но для начала немножко предыстории. Во-первых, я узнал, кто здесь действительно админ. Его проекты постоянно работают долго, и некоторые я вам назову, два крайних проекта. Вы точно должны были о них слышать. Также скажу, что проект партизанил 586 дней, и только 3 дня назад, то есть 22 декабря 2020 года, он переоделся. И сразу же после ребрендинга пошли все блогеры, все ютуберы, сразу пошли сюда инвестировать и... Соответственно, все заходят на свои средства без всяких листингов. Но закидона быть не должно, потому что сейчас есть лимиты, то есть можно открывать один активный депозит и не более чем на сумму $100. Так что лимиты помогут проекту плавно развиваться и работать долгое время. Это, конечно же, лично мое мнение, все может быть и по-другому. Ну что ж, давайте будем начинать. Проект называется... ZBull, вот такой классный олдскульный дизайн. Рабочий тарифный план я считаю всего один, как видим, их здесь есть множество, но один план, на котором вы будете зарабатывать 1,5% в сутки на протяжении 20 рабочих дней. То есть начисления будут с понедельника по пятницу, на выходных их не будет. И соответственно в сумме вы зарабатываете за 20 рабочих дней 30% чистой прибыли. В принципе, хороший процент. Также, что касается платежных систем, пока что проект работает только с Perfect Money. Инвестировать можно от $10 как раз таки на озвученный тарифный план. Выплаты от 15 центов и ручные, регламент до 48 часов. Но я думаю, что на деле они будут приходить намного быстрее. Что касается партнерской программы, она здесь совсем... маленькая, я бы сказал, даже очень сдержанная, потому что на сайте написано, что партнерка всего в 1%, но на самом деле я узнал, что она не 1, а будет 0,7% от вклада ваших рефералов. Но, в принципе, посмотрим, по крайней мере, другие блогеры говорят, что все-таки она 0,7, а не 1. Так что по партнерке здесь много не заработать, основной заработок, я считаю, будет от депозита. Ну а теперь давайте зайдем в аккаунт, я вам покажу, как создавать депозит. Кстати, вчера вечером я его уже создал, вот на $10. Планирую после Нового года я его здесь усилить, но поначалу решил затестить минималкой, потому что все-таки идет Новый год и решил сильно не рисковать. Можно также подключить двухфакторную аутентификацию, но это если хотите обезопасить свой аккаунт, можете ее в принципе и не подключать. Так, давайте будем смотреть. Чтобы создать депозит, соответственно, нажимаете кнопочку Make Deposit. Кстати, я привык, что все в меню слева, здесь справа, немножко необычно, но все очень доступно и понятно. Далее выбираем тарифный план, вот здесь ползунки переключаем. Выбираем, конечно же, первый тариф, потому что остальные, как видим, от полумиллиона долларов инвестиций, это... вообще нереальные деньги. Вот есть последний план на 50 тысяч минималка, но это after план. Так что все-таки, как я сказал, рабочий план первый. Его и выбираем. Далее тут ползунок тоже вот так должен быть, как у меня. Далее здесь прописываете сумму, нажимаете make deposit. Как видим, у меня здесь ничего нет, потому что на одном тарифном плане может быть только один активный депозит. У вас будет здесь... вся информация, и вам необходимо будет нажать кнопочку «Процесс». Далее вы перейдете на Perfect Money кошелек и пополните баланс. Депозит сразу создается автоматом при пополнении. Далее, что касается вывода средств, то же самое. Нажимаете кнопочку «Withdraw», у меня на балансе пока что нули, потому что первого начисления еще не было. Но как только будет у меня здесь сумма на балансе, то появится тоже кнопочка «Withdraw», то есть «Вывести». Также можно посмотреть историю. Если сюда перейти, то вот как раз таки видно мое пополнение вчерашнее и создание моего депозита. Ну и есть рефералы, промо-материалы, также настроечки, все это можете здесь сделать. В общем, ничего сложного нет, очень себе простой даже проект в использовании. И я считаю, что прибыльный тарифный план 30% чистой прибыли за 20 рабочих дней, это очень даже неплохо. Кому интересно, ссылочку оставляю под видео в описании. Надеюсь, что в этот раз админ повторит свои
прошлые подвиги и дать нам зарабатывать на протяжении многих месяцев. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита, и до новых встреч!